Второй опустошил наш мир. Наш гордый народ был обречен на изгнание. Но никто не разрушит наше единство. Ибо нас связывает Кхала. Священный союз всех наших мыслей и эмоций. Великое зло угрожает галактике. Темный бог Амун вернулся. Вняв пророчеством Зератула, Керриган повела рой зергов против сил прислужников Амуна, гибридов, в надежде остановить близящееся уничтожение всего сущего. Больше не осталось угрозы со стороны королевы зергов. Иерарх протосов Артанис собрал огромный флот и покинул Шакурас, планету темных тамплиеров. Он хочет восстановить былую славу своего народа и отвоевать свой родной мир. Айор. Возродим наше былое величие. Сегодня мы вернем то, что утратили. Вернем наш родной мир. И пусть свет Кхалы ведет нас. Флот вторжения готов к бою. Мы ждем твоего приказа, Иерарх. Мы должны остановить вторжение. Зератул! Тамплиеры! Схватить предателя! Нет! Нет! Выслушаем его! Грядет последняя война. Амун, темный,
вернулся. Не верь этому еретику. Вторжение лишь отвлечет вас от главной битвы. Ярость Амуна захлестнет всю галактику. Не забывай, что именно из-за него мы потеряли Аюр. И это лежит на мне тяжким бременем. Артанис, я знаю, что противопоставить надвигающейся тьме. Ты должен мне поверить. Мы через многое прошли вместе, Зератул. Но слишком многие уже пожертвовали жизнью ради этого момента. Вершитель! Начинаем вторжение! Высадка на Аюр продолжается. Сейчас мы готовимся освободить сеть искривления в районе Келисана. Отличная работа, Селендис. Как только каналы искривления будут очищены, наши войска нанесут решительный удар по всей поверхности Аюра. Тамплиеры ждут твоего приказа, Иерарх. А неплохо так... присоединился к нам кораблик, что да? Что ты предложишь? И за клик предлагаете? Ну, давайте. Хорошо. Воины! Аюр ждет вас! Идите же и верните его протосам! Ну, давайте. А клик так отклик. Ради возмездия. Я направила вам на подмогу нескольких колоссов. Надеюсь, они тебе пригодятся, Артанис. Да они мне не просто пригодятся, они будут полезнее некуда. Особенно с учетом дальности атаки, по идее, которой у меня, правда, нету, но тем не менее. Я так. Сердце тьмы. Давайте выделим всех. Колоссиков, правда, отвезем немножко. Отлично, выдвигаемся. Замечательно. Рядом с твоими воинами расположен Улей Зергов. Уничтожьте его, если будет такая возможность. Ну, почему нет? Мои крадущиеся тени. Заманчиво. Давайте уничтожим. Нам не сложно. Ох, что-то тут улетело-то. Пропустил, к сожалению, простите. Вы хорошо сражались, воины. Теперь мы можем заняться каналом искривления. Все, вроде нормально. Замечательно. Так, надо добрать немножечко зиотов. Поехали в бой. Колосс, правда, немножко назад. И можно немножко вперед. Переблинкиваемся чуть-чуть. Все, оклик. Вполне себе. Хорошая армия у нас. Замечательно. Ну, конечно, это не первый StarCraft, где мы еле-еле выделяли всех юнитов. Здесь все хорошо с этим. Вау! Вы видали? Охренеть. Куда он вдолбался-то? Ну, мы, в общем, это не увидели, походу. Селендис, канал искривления под нашим контролем. Высылай подкрепление. Как прикажешь. Охрененно. У власти зергов осталось еще два канала искривления. Готовьтесь, братья. Мы одержим победу. Это охрененно круто. Мы едины с
просто охрененно красиво и охрененно круто. Давайте идем дальше через оклик также. Колосики у нас просто замечательно идут. Артанис, рядом с вами есть еще несколько ульев. Если вы уничтожите их, это нанесет зергам сокрушительный удар. Линги гады, конечно. Давайте уничтожим. А мы не жадные. Мы могем. Мы могем. И делаем. Его. Да, без проблем. Мы сражаемся как один. С такой-то армией. Очень я думаю, что особых проблем у нас с ней не возникнет. С этими ульями. Улей пал. Идем дальше, братья. Отлично. Замечательно. Вполне себе хорошо. Мне нравится. Я доволен. Что ты предложишь? Назад, братья мои. Пустота. Спасибо. Холодна. Да блинкайтесь, пожалуйста. Мы ладно. С тенью. Вперед. Спасаем братьев. Я не буду служить тебе вечно. Разбились они на материнском спасибо корабле. Спасибо за помощь, иерарх. Позволь нам присоединиться к тебе. Да без проблем, друг мой. Только и делаю, что жду вашего присоединения, так сказать. О, перебликнулся я зря. Малость самую. Минус сталкер. Говорится, фак. Фак, фак. Оу. Ну ладно. Пусть Хала направляет наши клинки. Ну, по-моему, она довольно неплохо нас направляет. Я, по крайней мере, доволен. Еще один улей разрушен. Остался последний. Замечательно. Замечательно. Хорошо. Давайте забираем с собой народец. Что ты предложишь? И проходим дальше. У нас очень внушительная армия. Очень-очень внушительная армия. В принципе, на этой сложности это как бы и не проблемно. Я думаю, что это даже довольно нормально. О, боже, как он появился и как он исчез. Давайте. Отжигайте, друзья мои, пожалуйста. Замечательно. Ваши войска. Второй канал искривления скоро будет активирован. Сигнал всематрицы подтвержден. Подкрепление телепортировано к вашему местоположению. Замечательно. Выделяем, собственно, всех юнитов. Ну и пойдемте вперед. Я думаю, нормально будет. Так. Выходим через оклик. В принципе-то. Артанис, этим роем кто-то управляет. Их действия организованы. Не похожи на действия диких зергов. Во-во. Ты прав, Зератул. Ими движет невидимая сила. Мы должны быть настороже. У нас здесь, кстати, очень разумно. Антиземля есть. Очень такая жестокая. Которая может убить нехилу наших колоссов. Но, надеюсь, это все-таки не произойдет. Да, этого и не произошло. Собственно, что логично. Последний улей пал перед нашим натиском. Замечательно. Это первая победа из многих. Айур возродится. Замечательно. Я доволен. Первая победа из многих на нашей стороне, дорогие мои друзья. Давайте пройдемся повыше. Сюда вот. У нас куча зелков, куча сталкеров. Еще куча юнитов, в принципе. Поэтому я доволен. Поэтому я доволен. Всем тем, что мы имеем. Здесь можно идти тупо через оклик. А почему бы нет? Это последний канал искривления. Не щадите ни одного зерга. Как-то так. Чуть-чуть. Ох ты, ох ты. Гибриды? Перворожденные. Не мой.
может быть. Гибриды на Айоре. Это они управляют землей. Ваша раса будет уничтожена. Ну, пока что только ваша раса уничтожается, но окей. Видимо, это все зависит от сложности все-таки. Тебе вечно. Каналы искривления в безопасности. Наши корабли выдвигаются, чтобы принять бой на поверхности. Вершитель, прими командование вторжением. А нам, Зератул, предстоит обсудить последние события. Вот такие вот дела. Выполнить задание за Айор. Уничтожьте 120 боевых единиц с помощью колоссов в здании за Айор. И, в общем-то, я, естественно, ни одно из этих достижений не получил. Поэтому, по идее, а может и получил, не знаю. Такие дела. Нет, получил все достижения, получил. Отлично. Вот такие вот дела. Удалено слизи 100%. Классно. Ладно, собственно, увидимся в следующей серии, друзья мои.